Уже завтра вас ждет ранний подъем, утренняя зарядка обязательно, правильный завтрак тоже. И только потом мы расскажем вам обо всех спортивных акциях, которые прошли под эгидой Государственной службы средств массовой информации совместно с Министерством внутренних дел. А таковых, кстати, с этого года уже прошло немало. Это и легкоатлетический забег, и спортивный флешмоб, и турнир по мини-футболу. В эти выходные нам предстоит принять участие в велопробеге, и это только начало. Впереди еще много различных спортивных акций. Все подробности завтра в 7:35 утра. Не проспите.